Такое впечатление, что они хотят вызвать огонь, ответный огонь. И очень торопятся с этим. А почему торопятся? Кто их торопит? У меня складывается, это моя версия. Я на ней не настаиваю, потому что я не обладаю доступом к информации специального характера, закрытой государственной информации ни в одном из государств, слава богу. Вот. Но у меня создается такое впечатление, что внешние кураторы и Турции, и Азербайджана очень их торопят. Почему? Потому что то, что они сейчас творят, в любом случае, то, что Эрдоган творит на Украине, и Крымская платформа, и договор с Мотор-Сичем, и поставки Байрактаров, и т.д., и т.п., и прочее, однозначно понятно, радости в Москве вызвать не могут. Я на самом деле не совсем понимаю, вот вы сказали, внешние кураторы. И вы действительно полагаете, что у Турции и у Азербайджана есть внешние кураторы, кроме них самих? Ну, давайте исходить из реальности. Отвлечемся на секунду от нашей национальной боли армянской, да, потому что и вы, и я стопроцентные армяне, поэтому давайте на секунду отвлечемся, да, на некоторое короткое время. Я напоминаю, конфликт между Турцией и Грецией вокруг Кипра и газовых месторождений. Франция посылает свои военные корабли, верно? Кто выступает на стороне Турции? Ответьте, догадайтесь 3 раз. Ну, вы хотите сказать Великобритания? Лондон. Лондон. И, кстати, замечу, что все-таки на Кипре имеется британская военная база. Кто бывал на Кипре, ее видал. Я лично видал. Большая. Это совершенно государство-государство. И Лондон даже не скрывал, что он выступает на стороне Турции против Греции и Израиля. Вот в открытую. А для чего ему это нужно? Это что-то да значит? А для чего это ему нужно? Я не буду на этой версии настаивать. У меня есть собственные соображения на этот счет. Но компетентные эксперты, включая там Михаила Хазина, которого я спрашивала, а куда рвется Лондон? Вот они так активны, британская агентура так активна на юге постсоветского пространства. Причем это видно невооруженным глазом. Мне лично. Как они прям пешком по земле ходят, что это британцы ходят. Вот в 2016 году я так в шоке пришла к бывшему секретарю Совбеза Ашоту Манучаряну в офис и говорю, а что у вас тут происходит? А он говорит, а что происходит? Я говорю, ну у вас Ереван кишмя кишит британскими агентами. Был воскресный день. Он говорит, а чего вы решили, что это агенты, а не туристы? Я сказал, ну, это агенты. А чего вы решили, что это британцы, а не американцы? Я говорю, это британцы, проверяется. В конце концов, подтверждение было. Я сказал, вон там сидит. Это были ключевые места центра Еревана. Через 3 дня захват полка ППС. Я благодарю вас за ваш лайк. Я благодарю вас за подписку.